когда мне очень тяжело вообще в жизни происходит, и таких моментов бывает довольно-таки, ну, часто, в первую очередь, я думаю, что кому-то хуже, да, то есть вот это банально, но думаю, кто-то не справится, да, у меня что-то происходит. А, как я спасаюсь в этих случаях, я отключаюсь от мира, то есть я свою боль переживаю сама, я понимаю, что мне никто не придет и не поможет. Я отключаю телефоны, я перестаю общаться вообще с миром, я переживаю и возвращаюсь в мир с принятым решением. То есть вот один на один я принимаю решение и понимаю, что если не я, то кто же? И мне, я какую-то наработала такую, наверное, практику, что мне так легче поставить плечо кому-то, потому что я знаю, как это больно. Потому что, ну, банальная фраза, но сытый голодного не поймет. Когда ты пережил все это сам, когда ты пропустил всю эту боль, потери, горе через себя, ты становишься мудрее и протягиваешь руку другим. Это помогает выжить. Потому что обязательно кому-то в этот момент хуже намного. Где-то идет война, кто-то сидит голодный, кто-то потерял детей. Но пока человек жив, я всегда говорю, он может все. Начать в любой момент. Поэтому я хочу, чтобы каждый нашел в себе силы и понял, мы живем для того, чтобы менять свою жизнь к лучшему. Мы сами, но не кто-нибудь со стороны.